Снегопад метет туды, снегопад метет сюды и обратно. Отчего так хорошо? Потому что я энергией наполнен. Похвастаюсь, смотрите, я уже умудрился награды получить за сегодня. Ну, если так. Это все прошлое. То есть, прошлое, так сказать. Но это не важно. Это говорит о том, что я регулярно, то есть ежедневно занимаюсь над собой. Я уже и гравитационный гимнастик даже сделал на разочек. Ну, это, так сказать, не важно. Доброго здоровья. Начнем наши встречи. Не сейчас, школа, ЗОЖ и так далее. Далее. Что бы я хотел сказать далее? Знаете, вот сейчас как-то пошло это. То ли мода, то ли я не знаю, как это назвать. Поветрие такое, вот сухой голод, вот мокрый голод. И причем не просто, да, там 7 дней я поголодаю, 20 дней, 40 дней. Звонит мне знакомый знакомого, который дал телефон. У него, значит, вес 138 килограмм, он уже голодал там, я так понял, не один раз. И опять вес большой, там суставы, то все, 5-10. И говорит, вот я хочу 40 суток. Я такая, опачки, чтобы вес сбросить. И потом буду держаться. Значит, практика показывает. Смотрите, что происходит на голодании. Организм использует внутренние резервы там. По питанию, по прочим. И он, особенно в конце голодания, если это длительное голодание, ну, допустим, там, грубо говоря, вот я по себе знаю, там, 40 суток я голодал, а тут даже не важно 40 суток голодать, достаточно даже 20. Вот в начале сброс веса идет быстро, там, килограмм теряется, ну, в зависимости от первоначального вашего веса. Килограмм может потеряться, если вы, ну, допустим, весили 90 там, килограмм, начали голодать. Килограмм, там, полтора может потеряться. А потом, чем дальше вы уходите в голод, тем меньше и меньше теряется. И в конце концов, где-то, наверное, после 20-х, 25-х, там, 30-х где-то суток, вот так, практически нету потери веса. 100 граммов, 50 граммов, вот никак, вот вы как были, так, знаете, вот в той паре, и вы еще будете, То есть организм очень экономит, он понимает, что вопрос стоит о жизни и смерти, и ему надо выжить. И поэтому он экономит все максимально, расслаблен, он тратится, грубо говоря, по минимуму, плюс еще открыты источники потребления энергии и, будем говорить, и построения, значит, вещества
белкового из воздуха, из азота там, ну, можете почитать, кто там интересуется. И потом, к чему я все это веду, и потом на выходе, он стремится быстро восстановить себя, это в нормальном случае, если, знаете, организм чрезмерно не поражен какой-то болезнью, потому что эта болезнь, там еще он будет восстанавливаться, как вот у Серджи, он медленно восстанавливался из-за того, что там все поражено. А если особо не поражено, он будет довольно-таки, грубо говоря, быстро восстанавливаться. И при этом, знаете, он будет использовать, ну, буквально-таки все усваивать, если, грубо говоря, раньше усваиваемость была у человека, ну, грубо говоря, там 50 на 50, теперь он будет усваивать, ну, чуть ли не до 90%. И поэтому получается, если вы начали голодать для того, чтобы сбросить вес, стать стройным и достигли этого на голоде, то после голода, и думаете, сейчас я вернусь, ну, более-менее к прежнему там питанию или немножечко меньше, за счет того, что организм качественнее усваивает ваши, ну, вашу пищу, вот эту поступающую, вес будет набираться буквально такие с крохи. Вот вы даже-то немножко едите, но настолько все качественно усваивается, настолько лучше начинает работать обмен веществ, что вы начинаете поправляться. И сбросить это гораздо труднее, чем до голода это было. И человек так попробовал несколько раз поголодать, чтобы сбросить вес, раз, другой, третий, и думают, вот оно, метод. С каждым разом вес сбрасывается все труднее и труднее, а набирается все быстрее и быстрее. Поэтому для того, чтобы сбросить вес и стать стройным, здесь надо использовать совершенно иные механизмы. А именно, здесь используется раздельное питание. Очень хорошо, оказывается, оно влияет на сброс всего лишнего. Раздельное питание, я этому посвятил много времени, не буду тут говорить о нем. Вы можете это все почитать из моей библиотеки. То есть раздельное питание плюс более повышенная физическая нагрузка в последующем. Если у вас была физическая нагрузка, грубо говоря, вы ходили там 5 километров в день, и обыкновенно питались, имели там повышенный вес. Вот, и вы хотите все это сбросить. Вы увеличиваете нагрузку, допустим, до 7,5, до 10 километров проходите в течение дня. Оказывается, самое лучшее упражнение, которое способствует нормализации веса, это ходьба, без всяких этих, но ходьба регулярная. И плюс раздельное питание. Вот то, что вы ели раньше, вы едите это раздельно. И при этом вы себя ни в чем не ущемляете, и у вас вес начинает таять и доходит до того, который вот, нужен вам. Получается все так, как надо. Вот это самое лучшее, самое такое хорошее средство. А все остальное, человек поголодал. Вот я вспоминаю свои голодания. Буквально ты получаешь новое тело, там 20 суток ты поголодал, около 30. Тело новенькое, все, там гибкость, ух. И ты держишь, вот боишься его оскорбить, даже твареной пищи, вот как-то там все это придерживаешься. Потом только, опа, все-таки проскочила там вареная там пища какая-нибудь, там кашка или еще. Чувствуешь, сразу же желудок откликается на это. Такое впечатление, как будто ему дали бяку-каку какую-то. Он говорит, фу, ну что ты мне дал, ё-мо-то, ёс. То есть оскорбляется вот этим вот вареной пищей в начале. Ну, а потом в другой раз, третий, и он уже, знаете, он совсем начинает по-другому. На вареную пищу он работать начинает совершенно там по-другому, и организм, и так далее, и так далее. И как бы сказать, он в этом режиме начинает работать. И далее, значит, ну, вы придерживаетесь, все, вы же стали стройными, так сказать, хорошо, все.
Проходит там, грубо говоря, 3 месяца, 6 месяцев, ну там 9 месяцев, полгода. И потихонечку это все как-то забывается, забывается. А тут праздник. А почему бы не поесть там что-то? И, грубо говоря, понеслось, понеслось, понеслось. А вес-то наращивается, если после голодания, гораздо быстрее, нежели до того, как вы его используете. То есть в голодании, вот со своего опыта я хочу сказать, голодание вы используете в основном, старайтесь в лечебных целях. Вот что-то вам надо такое, чего-то там избавиться. Вот тогда, да, там длительный голод, он оправдан и так далее. Плюс в профилактических целях, но небольшие сроки, чтобы вы, как бы сказать, могли контролировать свое пищевое поведение. И не разъедаться. Вот. Вот как Брех это все делал примерно. Регулярно голодая, он и питание соблюдал, и движение соблюдал. И тогда у него что-то получалось. А если мы просто так вот все это дело делаем, толку особо не будет. Поэтому для того, чтобы сбросить вес, используйте раздельное питание плюс увеличение подвижности. И это должно быть у вас образом вашей жизни. Вот как я, почему я вам показал вот эти все эти штуки-хрюки. Потому что я встаю с утра, одеваю эти часики, вот эти вот я часики одеваю на ручку. И их только вот так вот и одеваю, особо я их не использую. Одел, и только раз 40 минуточек я проходил. Ну, за 40 минут там они там, грубо говоря, закрылось там по движениям, зеленое кольцо, потом красное, по калориям там может закрыться. Чувствую я себя нормально, своим весом доволен. Я не делаю ничего для того, чтобы он рос, или для того, чтобы он уменьшался. Организм сам, знаете, вот держит. Если у вас нормальный образ жизни, достаточная подвижность, умеренное питание, он все это сам в своих параметрах держит. Ну и вы тогда довольны и так далее и тому подобное. Вот что я вам хотел сказать про вес и голод. Помню, я уже, видите, так помню, вспоминаю свое пребывание на телевидении, ведение программы «Малахов плюс», там приходило огромное количество людей, и тема сброса веса была, ну, одна из самых популярных. И, как правило, вот статистика показала, что если кто-то использует голодание для сброса веса, то результаты, которые их удовлетворяют, где-то получается, ну, примерно у 5 из 100. У 5 человек из 100, которые пробовали. У всех остальных сбросили, набрали. Сбросили, еще больше набрали. Поэтому будьте внимательны насчет этого. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.